Всех приветствую! Делюсь с вами рецептом моей аджики. У меня в копилке их несколько. Это классический рецепт, основа всех аджик. Получается она жидкая. Такой вариант аджики хорошо подходит для маринада мяса. Я часто использую ее в своих рецептах. Смотрите видео. Хорошо ее также подавать к шашлыку, жареному мясу, макаронам, спагетти. Ингредиенты и пропорции вы видите на экране. Итак, помидоры, перец красный сладкий, перец острый измельчаю в блендере и отправляю вариться на медленном огне в течение 40 минут. Пока овощная смесь варится, подготавливаю остальные ингредиенты и стерилизую банки. В своей очереди ждут соль, сахар, чеснок, растительное масло и уксус, а также баночки. Через 40 минут добавляю соль, сахар, растительное масло и уксус. Усиливаю огонь и варю минут 10. Затем добавляю чеснок и варю еще 10-15 минут. Все готово. Аджику разливаю по банкам, закрываю крышками, переворачиваю, накрываю полотенцем и оставляю так на ночь. На следующий день баночки подписываю и убираю на хранение. Приятного аппетита! Ждите еще рецептов аджики!